фонды Музея Победы пополнились картинами художника, вертолетчика, прошедшего афганскую войну, Сергея Опульса. 7 картин из афганского цикла в дар музею передала вдова художника Наталья Булгакова. Здесь очень важное место изображено, потому что с аэродрома Ханабад как раз стартовали те самые вертолеты и самолеты, летавшие за речку, то есть в Афганистан. И Сергей Маркович принимал участие в вылетах авиаразведки, аэрофотосъемка. Вот такое было задание, да, поскольку вертолет должен был снимать местности, чтобы было видно, где проходят караваны, где располагаются, так сказать, душманские всякие образования и прочее. Да. Вот это очень важный момент. И он, конечно, очень много поэтому писал вертолеты в горах и вертолеты вот на аэродроме Ханабад. Церемония передачи картин была приурочена к годовщине со дня рождения художника. Сергей Маркович Опульс, настоящая фамилия художника Павлов, родился 10 мая в 1962 году в Ташкенте. Жил и работал в Санкт-Петербурге. Член Союза художников России, бакалавр современного искусства, участник более 160 коллективных и персональных выставок в Санкт-Петербурге, Москве, Гамбурге, Париже и Сараево. Его картины хранятся в разных российских музеях, а теперь пополнили коллекцию и Музея Победы. Ценность этих работ еще в том, что сам Сергей Маркович был участником событий войны в Афганистане. То есть человек, который прошел войну, не утратил свою способность видеть по-прежнему вот этот свет. И это здорово, когда творчество может жить, продолжает жить, остается в музейной коллекции и будет передано на постоянное вечное хранение. Спасибо большое Наталье Евгеньевне, потому что она является главным инициатором популяризации творчества Сергея Марковича. Спасибо большое. Художник любил изучать все, что связано с войной. Сам прошел афганскую, но о войне рассказывать не любил. О событиях в Афганистане рассказывают его картины. Я, как вдова и арт-менеджер художника, благодарна Музею Победы за то, что это стало возможно в этом году. И творчество Сергея Марковича продолжит свою жизнь в Музее Победы. Это для него было очень важно. Около 1000 картин Сергея Опульса находятся в частных собраниях России, стран СНГ, Европы, а также в Израиле, США и Австралии. В конце 2021 года ему было посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Земли 21 века» ЮНЕСКО ООН. В Музее Победы состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной гражданско-патриотической акции «Рисуем Победу». Она была посвящена победе в Великой Отечественной войне. Итоги подводим сегодня феноменальные. Нас стало больше в этом году по сравнению с прошлым на 200 тысяч человек. Нас в этом году уже 950 тысяч участников. Я вас поздравляю! Акцию поддержали не только в семьях, но и в общеобразовательных учреждениях. Наиболее активных и творческих педагогов отметили дипломами и медалями. Победители в номинациях конкурса получили памятные призы и дипломы. Итоги всероссийского конкурса «Без срока давности. Минута молчания» подвели в Музее Победы. Конкурс направлен на поиск новой модели сохранения исторической памяти о жертвах геноцида советского мирного населения в период Великой Отечественной войны. Наша страна, она имеет очень большую историю, и это касается не только Великой Отечественной войны, поэтому, в принципе, архитектор, дизайнер в нашей стране должен иметь навыки и компетенции работать с историческим материалом, чувствовать культурный код, понимать, что прежде чем приступить к созданию того или иного своего объекта, он должен погрузиться в эту историю. Конкурс стартовал уже во второй раз. В течение этого года студенты вузов из разных регионов страны, от Калининграда до Хабаровска, изучали информацию в архивах поискового движения России, а после преобразовывали информацию и свои эмоции в архитектурные формы, чтобы через искусство дальше передавать современникам память о мирных гражданах, которые стали жертвами нацистов и их пособников. Мы хорошо видим, что происходит на Украине, в Европе, в мире, когда вчерашних антигероев делают героев, и из настоящих героев делают антигероев. Поэтому чем больше будет у них нас памятников, а это очень важный культурный код для общества,
Он ориентирует людей на эти маяки, а на те блуждающие огни, как я говорю, которые со временем, естественно, погаснут. Спасибо вам большое за этот конкурс, спасибо, что меня пригласили. С приветственным словом к победителям и финалистам конкурса обратился заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский. Что нужно Министерству науки и высшего образования России? Нам нужно, чтобы вы, окончив университет, выходили бы из его стен востребованными специалистами, хорошо подготовленными людьми, подготовленными для работы по выбранной вами специальности. И для этого, особенно в таких творческих профессиях, как архитектура, очень важно, крайне важно принимать такие вызовы, как этот конкурс. Очень важно пробовать свои силы, выходить со своими проектами на широкую аудиторию. Это абсолютно та ситуация, когда важно не победа, важно участие. В финал прошли около 100 работ студентов из 30 вузов. Их представили на выставке в музее. Из этого числа были определены 8 победителей. Еще одно торжественное награждение состоялось в зале полководцев. В этот раз дипломами наградили волонтеров Музея Победы. В ежегодном музее проходит более 1000 массовых мероприятий. И, конечно же, проведение и организацию этих мероприятий просто невозможно представить без поддержки волонтерского центра Музея Победы. Огромная вам благодарность за это. И я уверена, что у каждого из вас уже появились свои любимые мероприятия, любимые проекты в Музее Победы. Это и конкурс «Журавли Победы», День фронтовой собаки, Свеча памяти и многие-многие другие мероприятия, на которые вы с удовольствием приходите нам помогать. Огромное вам спасибо! Перед зрителями выступили добровольцы движения с различными творческими номерами. Были подведены итоги работы, а также кураторы и волонтеры обменялись опытом. В конце торжественной церемонии награждения состоялась премьера гимна о волонтерском центре Музея Победы. Песню исполнил ведущий творческий коллектив города Москвы, шоу-группа «Нужные люди». Нет, как не достоин, но мы волонтеры.